Birdan 100 gacha bo'lgan raqamlar. Birdan 105 gacha. To'lovni amalga oshirmagan abituriyentlar chap tomonga borib to'lovni amalga oshirishni so'raymiz. Да. А где номерок здесь? Чтобы пройти да. по очереди, нужно взять номерок, да? Уже 100 человек, видишь, да? А у вас какой номерок? 144? Да. А вы со скольки утра здесь стоите? Ну, в смысле, с 6 утра. Окей. С 6 утра человек стоит. Вы поздравьте меня. Сказали ночью. А мне можно два номера? Два номера. Это получается каждый день он обнуляется, да? Каждый день с нуля. Получается, перед тем, как пойти сдавать документы, нужно сначала оплатить, да. Опять же, если ты поступаешь не первый раз. Или после того, как ты окончил школу, прошел более года, да. А сколько там сдавать? Примерно 200 с чем-то тысяч. Нет, 100. Пол минималки. Окей. Очередь здесь, я смотрю, не меньше, чем на сдачу документов, да? Еще, небось, номерки дают, чтобы сдать денежку. Сайт. Не работает. Сайт университета? Да, да. Сайт не университет, сайт. Это как город. Общее городское. Государственный тестовый центр есть же? Он не работает. Это... А когда он заработает? Я не знаю. Можно спросить это? Хорошо, еще ситуация объяснить. Сейчас номерки вы раздаете по номеркам. По номеркам код, когда вы оформляете без интернета. Мне не давали. Без интернета. А вы же говорите, не работает. Раз работает, они... Амма жена, не горячи, успокойся. Все хорошо. Паспорт регистрация надо. Сера номер скиртады. Инвойс рахам олас. Инвойс деген рахам бар, 16 талик. Ана шуны арсан олас. Расчетный рот. Сейчас проблема заключается с этим. Что он говорит? Они не дают расчетные счета. Почему они не дают? Как я понял, они он говорит, мотивирует тем, что интернет не работает. Нет. А чем он мотивирует? Они пускают по 2-3 человека, поэтому образовалась такая очередь в 500 человек. А почему я не могу взять расчетный счет и сам оплатить? Потому что они говорят, они как-то регистрируют их. И нужен вот я его спросил. Дают какой-то код каждому человеку, хотя они должны просто дать расчетные счета, госсчета. Я милиционера вот этого спросил, он говорит, что интернет сейчас не работает. Основного сайта. Ну, короче, работает. Бред какой-то. Короче, бред. А, самое интересное, да, это то, что когда мы попытались узнать правду, как на самом деле все работает, люди, которые стоят в очереди, выступили против нас. Да. То есть они заняли сторону охраны. Да. Потому что им нравится стоять в очереди. Да, мы взяли уже номерок. Да. А вы тут пришли непонятно откуда, упали с луны. Что-то какие-то права качаете. Хотя это просто захватить.
Наверное, ваш ребенок какой-то поступает, да? Нет, жена. У меня поступает жена. А, это вы поступаете? Ладно, окей. А что вы можете сказать обо всем этом, что здесь происходит? Вы разобрались, как это вообще проходит, для чего здесь? Ну, насколько здесь... я понял, здесь оплачивают. Нет, здесь дают квитанцию. Так. Это очередь за квитанцией. Угу. Получаешь квитанцию и можешь оплачивать в любом банке. Ага. А нельзя просто взять реквизиты и с этих реквизитов просто оплатить? Ну, они регистрируют там. Можно сделать это самому. А, через интернет как-то? Да. Вот я спрашивал милиционера через интернет, он говорит, интернет не работает, поэтому, скорее всего, только... Можно вон там сходить через дорогу, есть вот, короче, через мост перейдешь, ага. Там есть Веселовский офис какой-то? Офис, да. Там тоже можно. Он себе человек, ага. 4000 делает распечатку. Вот это вот то, что здесь стоят. Офигеть. Так, а куда поступаете-то? На какой факультет? Начальный класс. А номерок взяли, чтобы документы сдать? Да, да. Какие вы? 300 какие-то, 61. А, ну это еще нормально. То есть в той очереди мы получаем реквизиты, а здесь мы уже можем оплатить. Это касса. Так, и здесь тоже номерки выдают? Нет, здесь номерки, здесь просто живая очередь. Каждый, вот, кто здесь собрался сейчас, они... Одна из них здесь записывает, вот у нее, кстати, бумажка. Она записывает, чтобы очередность какая-то была. По 8 человек, говорит, пойти. Только по 8 человек. Информацию можно у вас получить? А, у вас это получается единое окно, это здесь, да? Да, центр госуслуг. С помощью вашего окна можно сдать документы в университет? Да, в юридический хотите, да? Нет, я хочу в педагогический. Нет, в педагогический нельзя у нас. Только юридический, Каракалпакия, там, Самарканд, Джизак. В Ташкенте вообще как-то через интернет можно сдать документы? Нет, только в самой институт должен или университет. А, приходишь, там, да. Регистрируешься и подаешь документы. Да, да, да. Вы давно здесь? Когда подошли? Нам 6 утра сказали, очередь надо занимать, поэтому. А вы на кого поступаете? Психология. Как раз поступаете? Нет, я второй раз. Второй раз. В прошлом году такого не было, скажите. Я не сдавала в прошлом году. Стоп! Стоп, Чемиля! Как он долго говорил, что надо помочь утри? Мальчик, где? Стоп, чем утри? Умеешь? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Я не знаю, насколько правда или нет, но только что пообщались с одним молодым человеком, который сказал, что вчера во время вот этой очереди был переходящий ребенок. То есть его передавали из рук в руки, чтобы быстрее попасть. Без очереди. Пойти. Да, быстрее попасть и сдать. Взять реквизиты в банк. Угу. Окей, узики басын, икте берим. Тысяча какой? Да, номер типа. Так, 1700. Вы только подошли сюда? Только пришли? А, ну спросите. Сейчас. А поступаете на кого?
Ага, окей, рахмат. Вы номер взяли? Да, взяла. Какая вы по номеру? 850-я. Давно стоите? Да. Да, пришли? Какое направление у вас? Педагогика, психология. Вы первый раз поступаете? Да, в этом году закончил. Тысячи, ого! Супер! А вы на какой факультет поступаете? Военника? 95? Да, я уже зашла. О, заходили, с ума сойти. Расскажите, как там все проходит? Нормально там, ну быстро-быстро они проверяют там. Ага. А процесс сам подачи как происходит? Вы заходите туда и... Заходим, вот место освобождаетесь, садитесь. Угу. Там сразу у вас паспорт, серию пишут, где вы живете, номера телефонов и серии дипломы, все. Угу. А документы вам назад отдают? Документы назад отдают. Один институт сдавали? Нет, три. Три институт. А вы вас... там предлагаете. Вы во сколько сюда пришли, чтобы быть 95-й стать? Я в 6 часов пришла. 6 часов? Сколько берем номер?